Областной центр крови организовал в Кокшетау выездную акцию «Я донор». Благотворительное мероприятие поддержали сотрудники госучреждений и представители молодежи. Сдать кровь, чтобы спасти жизнь человека, изъявили желание более сотни человек. Акция началась в 9 утра. Для начала специалисты центра крови объяснили посетителям условия донорства. Один из тех, кто вызвался сдавать кровь, государственные служащие Мейрлан Жамбылов. По его словам, выездная акция удобна для сотрудников, ведь стать донором можно недалеко от своего рабочего места. Мы решили прийти сдать кровь. Когда увидели афишу мероприятия на странице фронт-офиса, я впервые становлюсь донором. Считаю, что донорство это очень важно, ведь это наш долг – помогать другим. За раз доноры сдают 450 миллилитров крови. В акции приняли участие более сотни человек, но только 20 из них смогли стать донорами. Как отмечает специалист, большинство желающих не допустили к сдаче крови после осмотра. Имеются определенные показания и противопоказания для кроводачи. Да, есть временные и постоянные медотводы. Временные – это наличие какой-либо вирусной инфекции на момент кроводачи. В анамнезе хронические заболевания, хронические инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Временные, это, допустим, если на момент осмотра там снижен гемоглобин или повышенный гемоглобин, изменения в показателях АЛТ, это тоже как бы является медотводом. Отметим, аналогичные выездные акции Центр крови организует постоянно. В том числе проводятся выезды в районы, организации образования и крупные предприятия. Эльмира Оспанова, Сабина Жамшитова, Василий Вережников, Алишер Шакубаев. Кокшетау, Акпарат.